Только выйдя за пределы территориальных вод и исключительной экономической зоны страны, мы окажемся в нейтральных водах, на которые не распространяются законы государств. Это территория общего пользования. И если под тобой твоя лодка, и ты один или с друзьями, тогда ты обретаешь истинную свободу. Может, именно поэтому люди, однажды испытавшие это чувство, так рвутся туда-обратно, подальше от искренних политиков, честных банкиров и заботливых врачей? Они хотят жить в мире с собой и в гармонии с миром, не следуя ничьим законам и обязательным требованиям, так обычным в береговой жизни. Они выбрали свободу. А что выбрал ты?